Здравствуйте! Пришло время поговорить об этикете, друзья мои. Ежедневно встречаясь с друзьями, мы их приветствуем. А давайте не забывать правила этого знаменательного ритуала. Мама рассказывала, что во времена самодержавия каждого нового гостя хозяйка торжественно представляла гостям. Вот после этого гость с достоинством кланялся присутствующим. У нас теперь никого не интересует, кто там опоздал. Сам виноват, все уже съели. И вообще, что это за проблема здороваться? Хай, пацаны. Пришедший один должен первым приветствовать всех, кто уже находится в помещении, дома, в гостях или на работе. Ну а если вы даже опоздали на пикник, где люди уже отдыхают, то вы все равно должны первым всех приветствовать. Если ты приходишь в чью-нибудь компанию, первым удели компании внимание. Первым поздоровайся, улыбнись, кивая. Мало ли какие компании бывают.